Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И да-да-да, вы на канале Нефрайт 1987, вы не ошиблись. Сегодня я хотел бы просто вам показать один замечательный мод, который я тут нашел. Называется Stalker Complete. В ближайшее время я буду его проходить на канале. Мод отличается тем, что добавлены новые задания. Ну, он сделан на движке Тень Чернобыля. Переработанная, локация немного. Добавлено больше травы, растительности, короче. Текстуры подтянуты, улучшены. Потом еще что? Звуковое сопровождение приятней. Общение, новые квесты. Короче, добавлено много чего. Но сюжетная линия остается сюжетной линией. И что еще тут? Ну вот, я да, вышел на уровень свалка с кордона. Хотел бы вам показать, что на свалке творится. Ну, на свалке я уж там погулял. Там артефактов, кстати, много очень, что очень меня радует. И думаю, сейчас мы продолжим. Дам вам небольшое ознакомление, чтобы вы в ближайшее время ожидали это на канале. Вы знали, что будет вас ждать. Ну, и, кстати, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в наши группы «Наши 90-е» и «ПК-59». Всем поехали! Игра, да, кардинально отличается. Ну, по мне так. Вроде бы все то же самое, но опять же как-то где-то не там. Я ее тестирую. Потом уже с вами буду ее полноценно проходить. А сейчас пока все в тестовом, как говорится, режиме. Будем знакомиться. С нынешним сталкером. На улице вообще уже что у нас творится. 3 градуса тепла. Мы тут дома мерзнем, сидим. Вот так вот. Я тут что, с аллергией маюсь, блин. Короче, пипец, ребят. Так. Время вечер уже. Так, я тут секретно находил. Варьё, блин. Ненавижу воров, блин. Мне вот когда не видно, вот еще аномалии тут. Тут, кстати, карусель плохо видно, аномалию сразу скажу. Статов-то. Граната, видите, как отображается на карте. Бляха-муха, они респавнятся тут. Это тоже как бы плюс и как бы минус. А как бы ночью, блин, прибора ночного видения-то у меня еще нету. Ну и вообще выдохся. Ну и тут воры уже. Они тут вообще решили территорию захватывать. Вау! Блять. Гондурасы. Маслину поймал. Сейчас ты, блядь, поймаешь у меня маслину, сука. Тыранули.
пацаны. Сука, что это у вас? Блять, гранату кидает. Не дал он мне высунуться. Никто мне не дает высунуться, сука. Вы заебали меня уже. Блять. Короче, здесь более сложнее стало играть. Скажу вам так, ребят. Ну, вылазь, сука. Вот себе гадюк уже. Подспиздил. Из аномалий, кстати, в аномалиях там. Теперь. Этот. Не электро, все. Ну, вы знаете, где здесь электричка, вот. Кто? Тот поймет. Вернуться за награды? О, блядь. Заебись, я же думал, все зачистил уже тут. Блять. Там артефакт появился, что ли? Где ты там, сука, упырь прячешь? Вон насколько тут уже перевалил. У меня есть гатюка еще. У меня перегруз из-за артефактов, блядь. Мне артефакты надо скинуть срочно. Темнота наступает, и ведь нихера сразу же не видно. Вот оно, отличие оригинальных теней Чернобыля-то. Оригинальные тени Чернобыля, пардон. Нашего загандошили. Печально. Оружие убрал. Да убрал, убрал. Релакснись. Давай что-нибудь, блять, тебе даже с барыжи ты. У тебя денег мало. Вот мясо, конечно, это хорошее, блин. Че тебе можно только подешевле? О! Вот это тебе скинем. Вот, а я у тебя запечку заберу. Вот и сторговались. Прямой дороги тебе, сталкер, мимо аномалии через артефакты. Что на свалке можно найти интересного? Неприятности на свою задницу найти можно в любых количествах. Но если ты у нас такой пионер, то слушай, на востоке небольшой лесок, там особо ничего интересного. Сто водятся стаи собак. Будь осторожен, если пройдешь по этим рельсам, то они приведут тебя в туннель. Там много аномалий, может есть еще что-то интересное, не знаю. Я особо там не шарился. А, блокпосте долго на севере, я думаю, ты знаешь. Вот, в общем, и все, что я могу... Ну, об этом месте. Спасибо за информацию. Ну, короче, я уже в этом был, где электричка стоит. Ну, поезд. Так, что мы у тебя можем? Ну, давайте гранаток заберем, а то у меня гранаток мало. А я тебе артов дам.
Ух ты, какой жадный. Ну да ладно. Так. Блять, вот эту херню бы мне скинуть тоже. Ой, блять. Нахуя она мне нужна? Надо тебе ее. На, держи. И бандитскую на, держи. Мне хоть вес освободиться. О! Кондёха веселей. Ну, чё у нас? Нет, у меня его нету. Оружие убрал. На-на-на-на-на. Ствол на плечо, мужик. Да всё, не пизди. Ты что стоишь? Чё у тебя есть интересного? Давай меняться. Вот это дам. Так. Посмотрим, что здесь за нычка. Блять, ничего не видно. Блять. Ну, сука. Да, бля. В спальне, кстати, мешок есть. На, здесь нет, не пройти. Ну, вот так. Да, блять. Сука, опять нашел. Сука, какого хрена идти. Пойду сейчас ребятам скину. По-бырому. Надо, мужик. Мне вот не надо. Типа, ходу дела можно скинуть, сбагрить. Так, ребят, можно где-нибудь завалюсь, посплю? Я еще ни разу не пробовал здесь спать. Не знаю, ребят, можно ли как-то здесь спать в этой игре. Может, в тень Чернобыля в оригинале, там нельзя было спать. Что это я сделал? Я думал, спать не лег. А что было такое? Так, можно я загружусь, да? Чем быстро загрузится-то нет, что ли? О. Сытый, безопасном месте, чего вам, блядь, не устраивает? Точно никто не залезет. Давай еще его накормим специально. Во. Давайте поспим 9 часов. Блядь, что, все еще ночь, что ли? Нужно ему утро настало. Ну, поднимается заря. Красиво, конечно. Так, давайте еще куда-нибудь сходим. Так, вот. Еще посмотрим, что за схрон. Ну, и пока схроны здесь поищу. Так. Обойду все схроны и все. И сегодня протестируем. Вот так вот мы. Так. Сейчас мы как раз налево сразу же, да, сходим. О, артефакт мелькает. Так. Надо бы отойти вначале, а то тут датчик у меня. Счетчик Гейгера завопил, что там радиация. Мы знаем, что там радиация. Надо понять, где артефакт. Вещи лежат на свалке в одной трубе. Если не знать, где точно, не... что не найдешь. Ну, блять, понятно. Спасибо. Где труба там, блядь? Вот труба.
О, шикардосик поднял, шикардосик. Антира, это вообще хорошо. Шприцки-то. Водки у меня уже нету, у меня выжрал. Я уже лечился тут ей. Все, поиграл. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Поймай, вот это сколько этих перевелись, таких кабанятин, да. Пошукаем псин. Ну, сколько жестко. Угу, и одна, как всегда, когда останется, сваливает. Так, хвостов-то у вас нет. То ваши хвостики потом продать не помешает. Собачка вляпалась. О, блядь, опять воры. Капота, блядь, местная. Пошли нахер, гондурасы. Блин, да что ж так много так. Я тебе сейчас чики-брики, блядь, сделаю. Чё, пригандошил вас? Кушать-то могу, чему и захотел. Тут, кстати, еще инструменты есть для починки. Вот, к примеру, я свой кортофанчик-то, комбинезон наемника, уже починил. Я был уже побит, и сейчас уже снова побит. Как вы понимаете, здесь быстро все калечит. Эти пидоры все калечат, блин. Все у тебя продырявит. Они тут респамятся, как не знаю кто, блин. Все, вроде бы. Так, я шел. Блять, я шел. Вот я и веду. Костерчик. Ну, мне костру, походу, дело. Ну вот. Сюда как-то. Что-то я не допетриваю. Ребят. Оружие убрал. Нет. Вы мне не нужны. Вы мне не интересны. Мне интересен схрон. Хоть дело опять нет здесь, да? Нет, не здесь, блядь. Че, в автобусе, что ли? Опа. Где там ночка? О, хорошо.
небо-то меняется. Красиво, да? Так, ладно. Дальше куда мы сходим? Так, здесь больше нету, 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 нет. Нету. Вот там только, да? Солнышко стоит, такая заря. Алая заря. Там что-то нехорошо. Ну да, трамплин. Нам не надо трамплин. На болоте я здесь тоже побывал, уже походил. Туда походил, сюда походил. Так, стук где-нибудь. Тут я помню, сука, была аномалия эта. Карусель, которую всех больше не люблю. Вот она тут. Карусель — это самая моя нелюбимая аномалия, наверное. Может, если у нее вляпался, блять. Ух, больно будет. Тут, ну, кстати, сразу убивает карусель, если попал в нее. Вон, блять. Все, все чисто. Вот здесь я собачек убивал еще. И чуваков вот тут нашел. Трупиков. Тут их 5 штучек. На стену пока со мной тоже вот глазеет эту игру. Пытается вникнуть. Потом я буду ее проходить кардинально, но я буду проходить ее уже на, как вам сказать, не полностью так шарясь. Я буду идти по сюжетной линии чисто. Не буду стараться отвлекаться как-то или что-то вот куда-то лезть. Опа-па. Так, блядь, кто там опять нахер? Опять варьё появилось. Кто ж, блядь, ещё-то? Ведь тут только и варьё на этом всем пастбище, блядь. Куда ни плюнь, везде варьё. Гопот там, блядь. Ой, собаки респавнулись. Блядь, что заклинило их? Ну, теперь я могу сказать так. Здесь очень быстро респавнятся все. Кому-то это может хорошо, а кому-то будет не очень. Быстрее, 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 быстрее. Чё тут столько... Блядь, ебашит до меня так радиация-то. Беспощадно. Так где там, блядь? Вот. Там, блядь. Эх, радиация, блядь. Как же ты меня кушаешь. Ну, не так много покушала, но, блядь. Сейчас у меня хелсы будут отниматься. Чем если была бы красная радиация, блять, у меня вообще тут бесщадно бы они бежали бы. Ну, я водку нашел, самое главное. Как раз мы сейчас и вылечим быстро радиацию. Вот и все. Тут водка, кстати, интересно действует вообще. Если 3 бутылки выпьешь, ты тут вообще идти просто не можешь. Что в реальной жизни, наверное. То же самое, когда нажрёшься,
Вот прям идти не можешь, и все. Вот тут так же. У тебя прям все кружится. Так, с долговцы, куда нам и надо, по идее. Ну, я еще здесь не был. Че, тут ребят нету? А, это в чистом небе тут ребят. Ого. Где-то аномалия тут. Ох ты. Нет, 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 нет. Блять. Ладно, хоть меня не засало прям в саму ее. Ох, как мне было бы сейчас. Трындец нехорошо. Еще артефакт. Блять, да мне же артефактов этих. Полон я ими. Вот только я вам, ребята, говорил, да, про эту аномалию, которую я не люблю. Блять, я не хотел, чтобы через нее шел, да? Нет, блять. Еще артефакт. Короче, тут клондайт артефактов на этой. На как его? На свалке. Короче, ребят, если вы захотите подражиться баблом, всегда можете прийти на свалочку. Видите, сколько у меня уже всего. Ну что, здесь нету этого подвала? А, он тоже в чистом небе, блять. Я все, короче, путаю уже. О, смотрите, как солнышко уже поднялось. Красиво, да? Кордон и долговскую базу я вам показывать, конечно, не буду. Хоть вроде бы и надо, но все на крота направляют, да? Блять, как я туда не хочу идти. Блять. Ох, да, они хотят не на долговскую базу, все понял, да. Угу. Это в баре мне отдают, да? Это на кордоне. Ну ладно, все-таки покажем вам тогда уже кордон. Схожу я обратно. Получу хоть награду. Добежать я опять не могу. Я опять перегружен, да? О, сожрем хлебушка. Ну, как раз половину артефактов сюда я скину Сидоровичу нахер. Он обрадуется-то. Мужики, играем. У нас уже трое стало. Подушевнее бы. Да. Ладно, бежим дальше. Чё, гопота не респавнулась? Наверное, гопоты нет. О. Охопный шик лежит такой. Так что, ребят, я вам дал такой... Тут конкретно я вам подсказку такую дал.
Шарьтесь больше на свалке. Много-много хорошего найдете. Факт. Ну, это в начале вот тут, когда переговоры были, чувака надо было спасти от этих, от этой гопоты. Кстати, у этой гопоты патроны есть, наверное, для ствола. Да. Миш, патрон для ствола все нужны. 9 на 18. У меня же МП5-то, фу, гадюка, 5. Он сказал, что он пока походить. Сползаем на кордон. Не хотела я вам показывать, а придется. Даже эти очки не сломал. А, они все равно пустые полюбасы. Ну да, конечно. Ну, как вы видите, зелени намного больше, да, стало? В отличие от оригинала-то. Собачки где-то лают. Пошукаем. Нихера вам собаки тут водиться. Ух ты, гопота. Конечно, надо заклинить, блядь. Кто труп, блядь, гранату кинули. На, вкуси-ка лимончика. Кто-то в аномалию вляпался. Там и собаки мне помогают. Ну, молодцы, собачки. Да где ж ты, сука? Гопники, блядь, ебучие. Дело гопника загрызли. Шакалы, блин. А это он как дрючит на. Давайте к нему еще представимся. Не, ну мы не гомосятины.
рука у него светится, интересно. Какой-то труп тоже показывает мне. Есть. Взять воришку, бедный вляпался. Ну ничего, ничего, у меня есть антира. Я хотя бы узнал, кто там. Это был, ребят, грузовик смертников. Откуда мы и приехали. На чем нас везли конкретней. Так тут тусуешься? С ним браток только шел бы сейчас с миром отсюда, а я тут человека одного жду. У меня есть вопрос. Ладно, спрашивай. Что можно? Бля. У меня пара вопросов. Спасибо, я передумал, да? Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что народу написано, так оно и будет. Ну, тут чувак, я не поспорю. Так, я через электро не пойду. Там, кстати, грузовик. Я нашел, как в него, кстати, запрыгнуть. Сейчас вам покажу одну тему. О, они на плоть охотятся. Чего они охотятся? Это же плоть всего лишь. Тушка. Вот. Никак не знал, ну как грузовик запрыгнул, тут были ящики. В ящиках ничего не оказалось, сразу же, ребят, говорю. Но запрыгнул я вот так вот. Взял разгон и отсюда вот залетел. Ох ты какой. Сучи-то. Сычок какой, а вон еще плоть бегает. И сычок там же. Ой, еще один, смотрите, прибежал. Даже лапку мне свою не оставил. Ладно. Через электро я не пойду, говорю. Мне неохота. Лишний раз броню коцать. Я так и не научился нормально через нее ходить. Чтоб не коцануть броню. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Да будем, будем, будем. Ну давайте пятихатку, да. Все. Ну да-да-да. Ничего больше у вас не появилось, никаких харчей. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. А я уж со всеми поговорил. Не сейчас. Вот вы видите кордон. Локацию всю. Да, вход как в этот. Вагончик с этой стороны. А не с той. Да, тут, кстати, на английском много говорят еще. Но с сабами. Все переводится. Оружие убрал. Да-да-да, все. Релакс, чувак. Здесь я, конечно же, забрал броник свой, которым сейчас бегаю. Наемников-то. О, тут наконец-то уже открылись мне эти доступы к схронам. Блять, а где схрон?
Да знаем мы тут вашу Украину. Все, тихо, тихо. А, это который там наверху. Тут, кстати, да. Никак. Взор Припяти-то. Фу, пока не узнаешь про схрон, не получишь его. Ну, тут еще схрон есть. Вон еще схрон. О, схронов-то открылось мне после похождения-то на свалку. Сидорович. Я тут это... помог. Вернулся? Да. Ну все, молодец. Ну, ломать мясо у меня есть. Ну вот, видишь. Отлично. Это мы возьмемся. Вот как бабло-то зарабатывать надо. Видите, ребята, да? Не хочешь брать хвосты собачьи обычные? Это я тебе не отдам колючку-то. Ну вот 16 косых, 17 почти заработали. Неплохо, да? Ну что, мне 2 что ли? Ну, это я продам тогда. Неплохо. Кар, молодец. Я доволен. Я Сидорович тоже. Че у меня там по баблу-то теперь? 33 штуки. Хорошо. Так, смотри-ка. Так. Их вообще в радиацию мне не прибавляли бы. Нам нужно одеть. Разрывы уменьшить. И пулестойкость повысить. Во. Ну, ребят, на сегодня это все. Вы и так полюбовались хорошо. Всем спасибо за просмотр, не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставлять ваши комментарии по данным видео. И ждите уже ближайшее время все равно прохождение уже этой легендарной игры на канале. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Let's rock!